подразделениями ОМВД России по городу Туле проводятся совместно с администрацией города Тула, значит, рейды по выявлению административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции. С 8 июля 2013 года вступил в законную силу постановление правительства Тульской области о введении дополнительных ограничений по реализации алкогольной продукции. Вот сегодня проведены мероприятия, выявлен факт реализации алкогольной продукции пива в нестационарном торговом объекте. Плюс при отсутствии 6 столиков и 24 посадочных мест. Данному предпринимателю грозит ответственность в виде штрафа от 3 до 4 тысяч рублей. С 8 июля выявлено 89 административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции. То есть они сейчас были как общепит оформлены, да? Да, были оформлены как общепит, вот, но так как вступило в силу постановление правительства номер 305, если у предпринимателя нет стационарного торгового объекта и не оформлено 6 посадочных столов и 24 посадочных мест, плюс, если осуществляется реализация алкогольной продукции в закрытой таре, такая деятельность запрещена.